Качественный продукт и узнаваемый бренд во многом определяет успех любой компании. Заволжский моторный завод не исключение. Но не менее важно и то, какие люди работают на предприятии, поскольку именно они заняты в непосредственном производстве, его управлении и продвижении продукции на рынке и ее реализации. За 60-летнюю историю ЗМЗ накопил бесценный капитал. И этот капитал – люди. Многие работники трудятся здесь десятилетиями. В числе таких старейших сотрудников – Сергей Осинин. На предприятие пришел 30 лет назад, сразу после окончания института. Работа, говорит, понравилась сразу. Производство поразило своими масштабами, современным оборудованием и огромным количеством персонала. Здесь познакомился с любимой девушкой, на которой потом женился. У них родились две дочки. Кстати, супруга и сейчас работает на ЗМЗ. Что касается трудовой деятельности Сергея, то в этом плане тоже все складывалось успешно. Молодой специалист быстро продвигался по карьерной лестнице. На восьмерке я вырос до начальника участка. Потом перешел в цех малых серий, тоже начальником участка. Впоследствии стал начальником цеха. При мне в цехе малых серий шел процесс передачи в массовое производство и освоения и передачи в массовое производство 46-го двигателя, который в настоящее время это самый основной двигатель Заволжского моторного завода. Грамотный, рассудительный, всегда может найти выход в тяжелой ситуации, как в производстве, так и в жизни. Вообще жизнерадостный, улыбчивый, энергичный. Хочется быть всегда с ним вместе и работать на благо нашего предприятия. Сергея Егоровича я знаю давно, в начале 2000-х годов, когда я еще работал начальником участка. Очень ответственный, очень хороший руководитель, очень грамотный специалист, и поэтому все подразделения, которыми он руководил, они всегда отличались дисциплиной, они всегда справлялись с поставленными задачами и с теми целями, которые перед ними ставились. Сам Максим Соловьев тоже моторостроитель со стажем, причем во втором поколении. Когда-то конструктором здесь трудился его отец. И о том, что сын по его стопам пойдет работать именно сюда, в семье никто не сомневался. А вот будет ли на заводе продолжение династии Соловьевых, пока вопрос открытый. Я бы этого хотел, но, к сожалению, моя дочь выбрала направление медицины. И она трудится именно по направлению медицины. Но, может быть, внуки еще сюда придут, и я надеюсь. Инженер по качеству, мастер отдела технического контроля, сейчас директор по производству. Послушной список Максима Станиславовича довольно большой. На предприятии он 20 лет и ни разу не пожалел о выборе своей профессии. Заволжский моторный завод – это особенный завод. Здесь трудятся эксклюзивные люди. Это очень порядочные, очень трудолюбивые люди и люди очень высокой квалификации, при том на всех уровнях. Поэтому работать здесь очень приятно, очень комфортно. Всегда на предприятие приходишь, чтобы внести что-то новое, чтобы сделать что-то хорошее. Максим Соловьев далеко не единственный на предприятии продолжатель дела своего отца. Передавая свой опыт и знания из поколения в поколение, в разные годы здесь трудилось более сотни династий моторостроителей. Их судьбы невидимыми нитями вплетены в историю родного завода, в историю ЗМЗ.